В Рождество всегда приходит добро и чудо. Именно таким добрым героем стал немецкий поп-исполнитель Франк Зандер. Он организовал рождественское мероприятие, которое уже стало ежегодным. В 19-й раз подряд в Берлине состоялся ужин для бедных и бездомных, на который были приглашены все желающие. Это много значит не только для меня, но для всей моей семьи, а также этого отеля. Мероприятие проходит уже в 19-й раз подряд. У нас 2900 гостей, и это праздник для бедных. Это не подставные лица, которые перед входом переоделись в бедных. Я был снаружи. Это именно малоимущие люди. Среди гостей взрослые дети, у самых маленьких есть возможность не только попробовать традиционное для немцев рождественское блюдо из утки, картофеля с красной капусты, но также получить подарки. Кроме этого, гостей развлекает Санта-Клаус. Я здесь, чтобы получить удовольствие, познакомиться с новыми людьми и ненадолго забыть о каждодневных проблемах. Это не просто еда. Важно, что тут есть Фрэнк Зандер. Он делает для людей фантастические вещи. Впрочем, попасть на мероприятие могли все же не все. Для этого нужно было получить бесплатный билет. Их раздавали за несколько дней до ужина в помещении местной благотворительной организации.